Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, The Final Station. И наш отважный механик получил новое задание. На него возложена не менее важная и ответственная миссия по доставке энергоядра, чтобы зарядить стража. Когда страж будет заряжен, наверное, он просто всех спасет, всех защитит. Не знаю. От чердышей, наверное, может быть, от них. Кто такие они, которых упомянул Адам Тортон в разговоре с нами? Рассказывал, что они избегают этих мест, где добывается этот минерал, электрум. Это пылище как-то, не знаю, не нравится им или отпугивает их, уж не знаю. Еще мы повидали старикашку, который рассказывал нам, который помнит еще первое пришествие, рассказывал о том, что когда капсулы падали с неба и из них выделялся газ, то этот газ действовал на людей не совсем уж одинаково. Некоторые становились чернышами, а некоторые... долго-долго жили, как стало недавно известно. Ну ладно, странные, в общем, дела здесь творятся. Но нам некогда рассуждать, нам нужно выполнять свою миссию, нам нужно доставить энергоядро, поэтому продолжить. Так, давай-ка вот это вот ружье... прячь, хватит людей пугать, берем пистолет с нашим лазерным прицелом. Если предоставится случай, обязательно потратим еще денежки, которые у нас жмут просто наши карманы, на то, чтобы расширить обойму. А может, и еще на что? Так, слушай, как-то все это очень странно. Дождь. Может, черныши попрятались от дождя в этом сарайчике? Я не знаю, я думал, что здесь будет какая-то станция, может быть, это сельская какая-то станция. Но на всякий случай мы зарядим свой мощный кулак. Черт, а здесь никого нет. Но ты сильно не расслабляйся, давай откроем сразу следующую дверь. И здесь никого нет. Странно. Очень странно. Подозрительная тишина. Патроны для пистолета 6 штук и аптечка. А ты не можешь отпроситься у начальника? Скажи, что у нас годовщина. Я не могу, он ушел сегодня раньше, сказал, что у него важное дело на набережной. Как-то он зачастил туда в последнее время. Кто начальник? Куда он пошел? Очень странно. Так, заряжайся. Слушай, а мы... нет, не будем стрелять, не будем тратить патроны. Просто открывай дверь, здесь никого нет. Стоять? Я не понял. Это что, корень? Просто двигающийся корень? Нет, это какой-то... ну, он не опасен. Какой-то робот... чем дальше, тем все интереснее и интереснее. Может, записки как-то прояснят. Джо, у меня все получилось. Он работает. Теперь совет обязан допустить меня к работе над стражем. Я оставлю дом на тебя, продай его, если хочешь. Мне все... мне без разницы. Как доберусь до метрополя, отпишусь. У него все получилось. У него все получилось. Уж не знаю, допустил ли его совет, не допустил, но... так, подожди, да, провода. Никак не ожидал в холодильнике увидеть провода, но тоже пригодятся. И здесь никого нет. Тоже куча проводов. Это все дельта-проводники, что у нас есть. Это все дельта-проводники, что у нас есть. Я не знаю, что ты строишь, но удачи тебе. Ингмунд, магазин «Электрон», первый круг, метрополь. А, то есть это с магазина посылочку он получил, да? Не знаю, что ты строишь. Ничего себе, если бы вы видели, что он построил. Только что это такое? Может быть, это что-то страж? Может быть, подобие этого стража? Слушай, китайский какой-то квартал? Опять же, никого нет. Очень странно. Где все? Где народ? Вот он, мой черныш. Я уж думал, никого не будет. Хоть ты меня повеселишь. Так, еда, бутылка пива. Ложка мыла, все пригодится. Нет, подожди, конечно, мы зайдем наверх, посмотрим. О, два черныша. Один маленький, другой большой. Маленький быстрее же ко мне прибежи, да? Эть!
Потоптался мне по кепке, гад. Слушай, ну, не знаю, как получится, не получится. Ну, давай, иди ко мне. Черт, укусил. Вот это ты зря. Вот это ты зря сделал. Ну? На, давай. На, получи. Да. Потеря здоровья не очень хорошая вещь. Идиот. Да. Которому мы сдавали комнату наверху, украл у нас две книги. Я отправляюсь в полицейский участок, я это так не оставлю. Может быть, сейчас и встречим этого идиота. Сны повторяются. Моя следующая цель — Аристоль. Я слышал, что там живет старик, заставший первое посещение. Если мне удастся встретиться с ним, я уверен, он поможет мне сдвинуться с мертвой точки. Икс, да? Это тот самый старик, с которым я встречался. Ну уж не знаю, встретился он или нет, но я точно с ним встретился. Нет. Заряжайся. О, два черныша. Один патрон был лишний. Зачем ты это выпалил его? Как-то странно, ни одной коробочки ничего здесь не было. Очень плохо. 18 пулек осталось. 18 патронов. Так, хватай это дело. Открывай. Ух. Так, слушай, нет, давай сюда. Здесь ничего нет, да? Поставь пока кресло. Передай Джеку, что я не планирую давать в прокат свою машину, она у меня одна. И он не представляет, сколько я трудился, чтобы получить ее. У них что, больше нет такси в Ристоле? Так, ладно. Я... Что могу сделать? Что я могу сделать? Металлолом добыть. Выйти отсюда я не могу. Но я могу... Как, в принципе, выйти, выстрелить и подождать, пока он взорвется. И взорвет, наверное... Нет, не взорвал. Ну ладно, тогда я закончу. Что, здесь ничего нет? Тогда, пожалуй, я кресло заберу с собой. Оно мне еще пригодится. Ну? Иди, здоровяк, сюда. Держи. О, здесь лежит незараженная. Марта, пусть подождешь в приемной еще час. У меня есть срочное дело в кладовой. Интересно, срочное дело. Он сделал или нет, или он там до сих пор? Таблетки держи, на всякий случай. Или может быть кладовая это вот здесь находится? Ух ты, ничего себе. Три, готов. Получи. Готов. Марта? Дорогой папа, я понимаю, работать кассиром очень тяжело в твоем возрасте, но это единственный вариант, который у нас сейчас есть. Как только мы поженимся с Марком, мы заберем тебя жить с нами. Когда-то люди жили обычной и нормальной жизнью, о чем-то переживали, что-то хотели, но все попеременилось. Ты чего? А ну брось, что у тебя в руках? Ты убил их? Нет, наверх пробрались двое или трое. Хорошо, жду на поезде. Жди. Никто не хочет мне помогать. Все сразу хотят отправиться на поезд. И там меня ждать. Высшая палата Метрополия. 7392. Так, коробочку берем. Нет, нет, коробочку не бросай ни в коем случае. Держи ее. На, получи. Плюх. На. Да что такое ты крепкий какой-то? Ты смотри.
непробиваемый. Получи. Это эти, потому что смотри, они какие силачи, они здесь тренировались. На грушах, на гирях, на всем остальном. Качали железо. Надо заряжаться. Надо заряжаться, потому что кто его знает. Ну? Какая-то просто свистящая тишина. О, слушай, ну... С тобой лучше... Подожди, зачем? Нет, 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 прости! Ах, вот как. Вот как. Он набирает скорость. Он набирает скорость. Угу. То есть, пока я в него не выстрелил, он идет медленно. Хорошо. Я не умер. Я не умер, и хорошо. Пусто. Очень плохо. И здесь никого. А здесь? Так, стоять, 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 стоять! Вылезь быстро! Черт! Еле ноги просто унес. Я уж не знаю, как я взобрался, просто взлетел на эту лестницу. Лазерный прицел, а ну-ка целься. Какой лазерный прицел? Просто не до него. Выйди из машины, гад. Столько пустых гильз валяется. Может, ружье попробуем, а? Давай ружье попробуем. Оно заряжено? Заряжено. Просто на этих... Нет, не на крысе. Крыса же не опасна, нет? Она хотя и черная, но просто это у нее такой цвет. Природный. Здравствуйте. Там точно безопасно? Ты можешь это гарантировать? Хорошо. Хорошо, и он к нам что, на поезд? Тряпки, патроны для пистолета. Слушайте, мне нужна еда. У меня всего две коробки еды. Всего две коробки еды. Так, крыса, отойди. Ну, нет. О, нет. О, нет. Как же быть? Как же быть? Мне нужно как-то подстрелить этого... Огненного. А я же не могу через этого бронированного просто в него попасть. Даже если так вот пристрелюсь, я... Может быть, с другой стороны зайти? А нужно ли это мне вообще делать? А с другой стороны я не зайду просто-напросто. Давай, начинайте свой ход. Идите. Ну, двигайтесь. Да, понятно. На. Нет. Черт. Хорошо, что я рядом. Хорошо, что я рядом. Так, а как же сделать так? Чтобы все было хорошо. Что-то бросить у меня нечего бросить. С ружья долбануть. Надо как-то выманить их, чтобы они пошли. Нет? Вы будете идти или нет? Или может вот так выстрелить? Вот. Он пошел, да? Он пошел один. Угу. Ладно, на. Ну, что ты делаешь? Ну, что ты делаешь? Открывай. Стреляй. Бей. Вот и все. Вот и все. Быстрее, уноси ноги. Так, ну с этим как-нибудь уж разрешим вопрос. Нет, слушай. Жизни совсем так мало жизни. Может быть, пробежим. Может быть, пробежим вот так. Потом здесь подзарядимся. Чпунь. И готово. Так, ну а что здесь за этой дверью? Книги. Оу, опять. Опять они. Как сэкономить и заработать миллион? ДК Миллер. Читать мы не будем, да? Так, а что ж нам как бы нам сделать, а? Люк заперто? Очень плохо. Очень плохо.
Очень плохо. О, нет, взрывайся, давай, бубух. Бу! Гад, взорвался. Не. Готов. Даже... Нет, ну смотри, лазерный прицел где-то что-то, может быть, и даже и помогает. Больше никого? Больше никого. Ну тогда что, на поезд? И поедем. Еду добыли, аптечку добыли, здоровье потратили, патроны тоже. Все как обычно. Семь, три, девять, два. Помчались. Так, у нас что, кровопотеря? У нас один голодный, просто сразу же ему сейчас вручу. О, опять пополнение, да. Здоровья у тебя практически нет, а поэтому аптечку, наверное, сразу же. Аптечку буквально же сразу. И еще одну аптечку, боюсь, что тоже сейчас потрачу. Главное не перепутать аптечку с едой. Так, не тебе, не тебе, и вот тебе. Вот тебе, держи. Ешьте уже. Система амортизации. Почему вы все так громко говорите? Отличный попутчик. Нам не выбирать. Что такое? Кровь течет, а? Главное, чтобы она вся не вытекла. Ну и теперь в убежище или в метроль? В метрополе. В метроле. В метроле мы уже были. Думаю, в убежище, оно ближе. А какого черта вы будете решать? Но я хочу увидеть стража. Я тоже хотел бы его увидеть. В деле причем. Без управляющего центра энергоядра его не смогут запустить. Они не знают, что мы везем, да? Не знают. По-моему, это просто электродный мозг. Почему бы его так не назвать? Называй как хочешь, но это была тупейшая идея. Думаю, уже поздно что-то менять. Так, что у меня здесь-то? Ничего не происходит. А у меня тут восклицательный знак. Подожди, восклицательный знак. Все у меня тут не умрут. Ну, кто-то голодает, кто-то нет. А давай-ка поговорим, что там пишут. Тим Леннинг. Тим, ты на месте? Ты переключил мой маршрут? Тим. Тим не в сети. Тим, наверное, не переключил мой маршрут. И что ж теперь делать? Мы идем не по маршруту, а это сейчас подохнет. Вы прибыли. Подожди. Аптечка, срочно, 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 держи. Держи. Мы же обещали, мы обещали, что никто не помрет. Так, интересно, это какой-то туннель, что ли? Это не похоже совсем на станцию. Нет, ты сразу, наверное, заряжайся. Черт, темнотище. Как же я буду в темноте-то чернышей-то замечать? Нет, от меня исходит свет. Наверное, у меня фонарик есть. Так, подожди, вниз пока не пойдем. Знаешь что, давай вот сюда пойдем. И здесь никого нет. Джош, я хотел предупредить тебя, ходят слухи, что в следующем месяце к вам может приехать инспекция. Надеюсь, проблемы с вентиляцией решены. Не знаю. Патроны без стилета, аптечка и еда. Вот замечательно, за еду спасибо. Проблемы с вентиляцией. Тут у многих проблемы. Снимем с него штаны, они ему больше уже не нужны. О, на, сразу двоих чернышей.
Слушай, ну с этим давай расправимся, давай. Держи. Раз, два, три, четыре. И чернышки нету. Ну, подожди. Здесь люк есть, да? Здесь люк. Ключ. Тишина-то какая? Какая тишина? Гнетущая просто. Еда. Вот за еду спасибо. Металлолом, таблетки, спецодежда. Мне бы до магазина доехать живым. Вот так, подожди, надо было, конечно, ударить как следует. Ну, подожди. На. Один уже лежит. Можно, конечно, винтовочкой, но нет, второй тоже. Держи. Ложка, таблетки. Генри, есть информация, что уже через 2 недели на нашу станцию прибудет инспекция. Постарайся привести кухню в нормальный вид. В нормальный вид, Генри. Еда. Столько еды мне еще не попадало. Подожди, нет, 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 мне нужно вернуться назад. Здесь-то заперто. А коробочка не просто так лежит. Слушай, а вот эту дверь, что я... Я ее пробовал открывать или что? Почему она заперта? А, ну-ка, на всякий случай. Черныш стоит, заждался уже, бедню. В туалете. Очки, провода, тряпки. Берем унитаз, потащили. Неудобно, конечно, но безопасно. Так, нам сюда. Да еще коробка здесь есть. Если что, нужно будет вернуться. Так, не понял. Мы куда-то едем? И этот белоглазый. Что? Нет, мне не нужно в Метрополь. Или Метрополь. Да ну что ты сделал? Взял, бросил. Нужно было открыть. Теперь беги за коробкой. Давай спокойненько открывай. Что вообще происходит? Что это за... Так, давай вниз. О, да. Замечательно. Замечательное место. Мне главное этого попасть. Слушай, а вот здесь давай посмотрим, что здесь. Никого нет? Подожди, нет, нет, нет. Наверное, туда попозже заберемся. Или там вообще тупик? Что же делать с коробкой, а? А с коробкой, наверное, бросить еще сейчас в первого, а в того выстрелить и все. Блин, зачем две пули? Зачем две пули? А от второй пули он взрывается, вот что. Все. Одну пулю он бежит за мной, все равно возгорается, да? Вторая пуля, и он сразу взрывается. Вот как. Все, теперь я точно знаю про них все. Держи. Черт. И я получил. Держи. Так, здесь... Подожди, а что, неужели здесь ничего нет? А, ну вот это вот, что я тряпки взял, патроны и все, да? Ну, наверное, все. А здесь что-то было, что-то, какой-то экран... Слушай, я понимаю, но я получаю тут неплохие деньги. Никогда меня не слушаешь. Мне нужно идти, через неделю у нас будет инспекция. Угу.
Здесь есть проход. А здесь люк есть. Здесь люк есть. Но опять же, это черныши, через которые... Ну, здесь кресло есть. Подожди, подожди, подожди. Ребят, подожди, не спешите так. На. 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 Готовы. Все, парочка. Зато мне целое кресло есть. Так, кресло лучше, конечно, взять. Тут никого нет. Снова это все. Что это такое? Это очень странно, как будто я перемещаюсь где-то, где-то в чем-то или что. Так, ну давай, беги. Давай, давай, давай. Кто там быстрый? Вот, готов. Держи. Раз. Слушай, ну а вы подождите, вы подождите. Не. Все. Бочку понесем. Бочку понесем. Так, если я ее беру и просто аккуратно ставлю, да? Беру и просто аккуратно... Только не надо бросать, не надо бросать. Аккуратно, тебе говорят, ставь ее. Аккуратно ставь бочку. Здесь всего один, на него тратить бочку не очень хочется. И здесь тоже никого нет. Слушай, просто ее поставь пока что, почитаем записки. Боб, я уже говорил, проверка будет через 2 дня. Ты хочешь... Ты хоть понимаешь, что если вентиляция отключится, мы все погибнем тут? Похоже, вентиляция отключилась, наверное. Ну, иди сюда. Не. Так, ну что, полезем глубже? Бочку может с собой забрать, а? Ну, если что, прибегу. Если что, вдруг, то прибегу за бочкой. Не забудь поставить замок на эту дверь. До склад будет вход только по пропускам. Замок на эту дверь... Это где я? Знаешь, я, наверное, схожу за бочкой на всякий случай. На всякий случай. Может, конечно, никого не будет. Но если кто-то будет, они будут очень рады. Под луной. Под двумя лунами. О, это уже что-то не то. Не, ну... Две луны. Приснится же такое. Может, я заснул в поезде? Укачало? Аптечка. Здравствуйте. Слушай, а бросать не хочется в них эту бочку-то? Я просто с ними взорвусь вместе. Нет. Нет. Я выжил, конечно. Я выжил еле-еле каким-то чудом. У меня просто капля здоровья осталась. Ну, а сразу проблема решена. Здравствуйте. О, боже. И ты туда же. Только скорее. Тоже помираешь, что ли? Мне на вас аптечек не хватит. Хотя еды у меня столько много. Так, слушай, ну теперь-то... Теперь-то ладно. Теперь-то ладно, можно и бросить, почему бы и нет. Блин! Почему бы и нет? Потому что нет. Взрывная волна. Взрывная волна. Ну что ж, ладно. Тогда действуем по-простому. У нас есть лазерный пистолет. Взрывайся! Так, не понял, почему он со второго выстрела не взорвался? Хорошо. Еще разочек. Перезарядка. А если открыть эту дверь, что здесь? Тряпки?
Лиза, меня уволили. Инспекция нашла 54 нарушения. Я не буду дожидаться официального увольнения. Уеду отсюда с первым же поездом. Пошли они все к черту. Так, код мы нашли, да? В общем, стой здесь и стреляй просто. Спускайся. А как же он так взрывается сразу? Что-то я не пойму, опять же, их работу. Надо будет где-то это еще раз попробовать с ними. Протестировать. 3, 9, 5, 4. Ну, помчались. Так, сразу же. Еда. Держи. Что, проблемы, проблемы, проблемы. Тоже голодный. Эй, парень, эй. Ладно, буду кормить. Я же обещал, что всех довезу. Только я теперь не пойму, что они там говорят. Я ничего не знаю об этом. Никто ничего об этом не знает. Так, мне нужно, знаешь, наверное, сразу же аптечку взять. И с аптечкой уже стоять. Просто ждать. Что кто-то будет, кто-то соберется умирать. Мы ведь могли свернуть не в ту сторону. Куда свернуть? Тут одна дорога. О чем-то они говорят. Может быть, об этом туннеле они говорят? Может быть, это какой-то тайный военный бункер? Вы тоже заметили, да, что-то странное, да? Очень похоже. Как по мне. Я могу тебя заверить, в этой области нет ни одного военного объекта. Он слишком близко к границе первого контакта. Слушай, на, аптечку я сейчас и этому дам сразу. Тут вообще... Тогда кто тут проложил рельсы? Так, секунду, мне же нужно это... И за ядром-то смотреть, то сейчас взорвемся тут, взлетим. Энергоядро это. Опять кровотечение открылось, да? Ну терпите, терпите. Голод. Здоровое голодание. Терпи. Ладно. Что, дать еду? Вы прибыли. В следующий раз. Да уйти же ты. В следующий раз. Опять это темнотище. А патронов у меня мало. А патронов мало. Ну, ружье есть. Хорошо, пока что я пойду с лазерным пистолетом. Что за дела, а? Что здесь творится? Куда мы вообще заехали? Как-то тревожно стало на душе. Может, назад вернуться к поезду? Что ж? Просто темнотище. Фонарный столб. Оу. Да здесь выжившие. Чем больше уцелеет, тем больше мы сможем использовать. Арманд, они это прекрасно понимают. О, привет. Я же говорил, скоро увидимся. Как он попал сюда? Это место вне... Это из-за поезда, я говорил о нем. Не хочешь выпить? Тут осталось немного. Поезд. Он же везет кристалл. Так почему нам не забрать его сейчас? Мы не можем вмешиваться сейчас, еще рано. Ах да, ты на службе, забыл.
А он соображает. Это ничего не изменит, машинист. Арман, думаю, лучше вернемся к делам. Да, конечно. Не понял. Заперто? Тогда мне что, нужно возвращаться назад? А у меня же нет кода от блокиратора. Так вот он висит. Прощальный подарок. Ты все еще можешь успеть. Ой, ничего не понимаю. Ничего. 7542. 7542. Так, хорош, надо это самое спасать их тут голодающие у меня. Куда мы едем? Да я уже сам не знаю, куда мы едем. И выйдем ли мы куда-нибудь. И зачем? И этот голодает, да? Слушай, с едой проблемы просто. На, держи. Давайте останемся здесь. Не останемся мы здесь. Подожди, 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 подожди. Что это такое? Что это такое? Двигаемся по своему маршруту. Машинист. Так, мне нужна аптечка. Так, мне еще нужна одна аптечка. Быстрее! Иду, друг, держи. Жив? Никуда не сворачивай. Да как же я сверну? Мы по рельсам едем. Куда ж я сверну? Система амортизации что-то совсем не работает. Система амортизации просто не работает. Остановите поезд. Остановите поезд. Да не работает система амортизации, я говорю. Отказала. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Держитесь, держитесь. Так, у него здоровье тоже на нуле. Остановите поезд. Вы прибыли. Куда я прибыл? Быстрее прибывай. Потому что сейчас все выберут просто. Что произошло вообще? Что произошло? Почему эта система не работает? Еда, тряпки. Полезли вниз. Так, заряжаемся сразу. Заряд 0. Требуется подключение дополнительного питания. Замечательно. Патрон для пистолета, аптечки, все пригодится. О, уже ждут. Уже ждут. Так, а что будем делать? Кто у нас тут двигается быстрее всех? Отлично. Все, разбабахали. Всю эту структуру. Открыл. Два братца. Так, вы тихо. Руками, тихо. Слушай, а здесь я ничего не пропустил, нет? Точно? Наверху ничего нет? Наверное, нет. Взяли здоровье, меня лишили, гады. Да уйди же ты. Отойду, пожалуй, чуть-чуть.
Нет, стоят, смотрят, ждут, а? Стоят, все-таки ждут. Я ж не успею просто забраться. Да перезарядиться. Я не пойму, что с поездом. Это было так задумано, я не мог его как бы... остановить эту амортизацию. Что происходит, а? Вы думаете отходить или нет? Да, замечательно. Так, хорошо. Но аптечки я тратить не буду. Получи. Так, креслица есть? Сюда мне не пройти, да? Кресло берем, берем и полезли наверх. Куда ты бросаешь в стену? Ой, боже мой. Чпунь. Тихо. На. Достал, нет? По-моему, нет. На. Сейчас еще поднакопим силы. Ты отойдешь от стенки или нет? На. Двоих сразу, хорошо. На, по затылку тебе. Че такое? Че такое? Че-то не хочет умирать. Ну там последний выстрел остался, и все, он будет готов. Ну ладно. На. А потом он сказал, что на мир опускается ночь, и что он, как и подобные ему, звезды на ночном небе. Да уж, это и вправду странный сон. Он был в шляпе с ружьем, как ковбой, скорее как охотник. Скорее как охотник. Кто? Поезд? Так, подожди. Это очень интересно, но вот здесь есть лестница наверх. А здесь есть болты и тряпки. Подожди, это мой поезд. Очень странно. А здесь ни записка, нет, ничего нет. Он как это прирос? И что-то в него качается или наоборот вытаскивается? Опять эти сны, символы каждую ночь. Ничего, а люк? Подожди. А на стенах этот 07, это что-нибудь значит? Подожди. Нет. Ты кто? Помоги. Мне. То есть что, помоги мне, это мне привиделось ли он ко мне в поезд? Мне в поезд черныши не надо. Так, заряжаемся на всякий случай. О, да. Получен. Готов. Так. Спокойно, не так быстро, что ж ты. Так, ну вас. Как же мне быть? Может пробежаться? Ну, взорвись. Отлично. 4 патрона осталось. Живем. Надо было делать патроны. Ну что, оружие есть. Так. Ой, их много. Смотри, сколько она бежала сразу. На. Ну иди ко мне. Получи. Промахнулся.
А замах какой был шикарный. Но промахнулся. Ну, они ж низкие просто. Получи. Получи. В какое-то я, что ли, измерение попал уже. Совсем не то и не там. Что вообще происходит? На, готово. Заряжаемся. Болты подбираем. Спокойно. Код у нас. Код он. Подожди. Код, да? И все. Тряпочки. Аккумулятор. Все на месте. Все на месте, пора ехать. 6827. 6827. Я даже, мне страшно в поезд заходить, потому что я не знаю, что там сейчас происходит. Они вообще живы? Там кто-нибудь остался жив? Так, мне сразу надо аптечка. Сразу надо аптечка. На, держи. Сразу еще одна аптечка. Сразу на еще одна аптечка, на, держи. Так, с едой. С едой у нас напряженка. Что-то они там чертыхаются. Мне нужен врач. Мне нужен врач. Подожди, на тебе еда. Сейчас врач идет. Пусто, пусто. Пусто. Надо смастерить быстрее. Аптечка. Ой, держи, живи, гад. Мои глаза. Кто включил свет? Это не свет, это снег. Смотри, а тут какие-то тоннели. Смотри, что-то порталы какие-то. Я не могу смотреть на всю эту красоту, потому что вы меня отвлекаете. Что? Что за... Что? 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 Сейчас понижаем. Все, не умирайте, не умирайте. Я забыл про это все. Не умирайте, я вас прошу. Сейчас создадим аптечки. Будете жить, как новенькие. Кому там нужно здоровье? У тебя здоровье? Еды нет, еды нет. Могу только дать аптечку. На. Ты нас слышишь? Слышу. Выглядит он не очень. Конечно, не очень. Так, быстренько, 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 быстренько это все делаем. Мне нехорошо. О, черт. Мне нехорошо. А мне хорошо? Спасибо. Так, еще один. Нет, я слушаю. Я вас не довезу. Получено достижение Лапс Бункер. Слушай, приехали все? Приехали все. Даже этот, смотри, с червоточиной. $45 мне заплатил. Безработный дал мне бутылку, этот патроны, этот разработчик дал мне улучшение для пистолета, я так понимаю. Тут еще Питер Глин, водитель, дал мне кое-что. Замечательно. Акт завершен. Фух, ну вас. А этого, смотри, сразу под белые рученьки и все, куда-то увозят. Угу. Очень он их и заинтересовал. Ну ладно, на этом я закончу. Странные, конечно, делишки сегодня творились, непонятные совсем. И пока-пока, до новых встреч, пока.